две буквы Г, два нуля и две восьмерки. У банкноты 10 тысяч тенге, который лежит на байковой поверхности 25 сентября. Причем, ну, они не лежат слитно, но образуют зеркальную цифру 08280. Поэтому эта банкнота достаточно примечательна, да? Ну, две буквы К. Ну, можно сказать, что в какой-то мере усиление происходит. Ну, восьмерка – это цифра силы, а нули – это начало. Начало. Как обручальное кольцо.